Всем привет! Роман Зайцев, живу на ДВ. 10 августа 2018 года. И еще раз продолжение темы. Конечно, уже многим набившие оскомину, но и тем не менее двор генерального прокурора Российской Федерации. И как вы видите, продолжаются здесь работы по благоустройству. Вот. Хорошо. Да, вы что? В том доме? Да. Что, нормальный двор у нас же, да? Да. Ну, отлично. А ты что, тут живешь? Нет, я видео снимаю. Про что? Про двор генерального прокурора Российской Федерации Юрия Яковлевича Чайка. Видите, наши зрители, слушатели, даже дети интересуются, о чем мы снимаем видео, да? Вот. И мы еще раз показываем, что ведутся работы по благоустройству, вернее, продолжаются. Видите, стоит каток, все замечательно просто здесь вот происходит. И я просто озвучиваю вопрос многих людей, почему в других домах, в других дворах Николаевска-на-Амуре не ведется благоустройство. Пип, минута пошла. Предлагайте свои ответы.